Дорогие друзья, совсем скоро студенты, которые находятся в этом зале и слышат нас в областных городах, дадут клятву белорусского врача и приступят к своим непосредственным обязанностям. Я очень хочу, чтобы ваш медицинский путь был достойным и успешным, чтобы на всем его протяжении не было потеряно самое главное – профессиональный интерес. Вы те, кому доверен самый ценный ресурс страны – здоровья нашего народа. А преподавателям хочу пожелать, чтобы приходили к вам хорошие студенты, умные, чистые сердцем, желающие изменить этот мир и спасти каждую человеческую жизнь. Я знаю, вам очень тяжело. Врач – жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, покланяться в пояс, поцеловать на колени, стать поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день и немало излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависит ваша жизнь, ваше настроение. Ну, это почти как у меня. С утра напакостят так, после докладов министров жить не хочется. К обеду вроде что-то, какое-то солнце показалось из-за тут. К вечеру обратно, потом ночь не спишь. Поэтому я знаю, что такое профессия врача. Но она благородная, эта профессия.